Также губернатор посетил предприятие «Биоамид», которое специализируется на создании фармацевтических и ветеринарных препаратов. Разработки «Биоамида» уникальны и не только для Саратовской области, но и для всей России. Линейка продукции пополняется постоянно, однако, посчитал губернатор, инновационные препараты слишком мало применяются на территории региона, и нужно активнее внедрять разработки в Саратовской области. Через такие подходы мы можем завоевывать эти площадки и обязаны. Поэтому мы определенные вопросы берем и ставим на контроль для того, чтобы с отраслевыми министрами нашими проговорить. 2-3 министра, которые возьмут свою часть на сопровождение тоже, и постепенно, чтобы мы подходили к результату.